Что дальше будет? Маленькая девочка на перепутье. Здорово, что в мире может каждый из друзей рассказать, что делать ей. Так, идите вы на, друзья, вот новая жизнь, а в центре я. Пусть нету любви, но нету и страха. Да, все это зашквар, это жесть. Примите меня такой, как есть. А что-то не так, в руки вам флаг. Идите вы на. Я рад, что ты смогла приехать. Вы спросите меня: ах, Лена, как дошла ты до края? Окей, я вам отвечу, блин, откуда я знаю? Быть может, мамочка со мной была излишне строга. Быть может, папа обо мне вообще не знал нифига. А может, я ищу любви, любви всегда не доставала. А может, просто за бабло, хотя бабла и так навалом. Не знаю, как дошла до края, но я теперь на нем стою. И мне пиздец, как хорошо на этом самом краю. Я столько лет потеряла, я не жила. Спасибо папе и маме. Чего я стеснялась, чего ждала? Для какого козла себе берегла? Все это вместе с трусами сняло, как рукой. Буду отныне я только такой. Идите вы на, друзья, новая жизнь в центре я. Пусть нету любви, идите вы на. Алло, мам. Да.